Украина – транзитная страна для незаконной торговли импортными табачными изделиями с Европой. Партию контрабандного товара задержали в Одесской области сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы. На пункте пропуска Рени пограничники задержали фуру под управлением украинского водителя, направлявшуюся в Румынию. По документам грузовик шел пустым. Оперативная информация давала основание провести углубленный осмотр. Под стенкой прицепа и под обшивкой кабины обнаружили 5300 пачек сигарет китайского и белорусского производства без акцизных марок. Стоимость товара около 100 тысяч гривен. Сигареты и машина, как орудие исполнения преступного замысла, изъяты пограничниками. Ведется расследование с целью установления хозяина и заказчика контрабанды.